Сегодня вступили в силу новые правила дорожного движения. Во-первых, это уголовное наказание за повторную пьянку за рулем. Госавтоинспекции напоминают, что даже если срок действия первого наказания за нетрезвую езду истек, но с тех пор не прошло года, этот случай тоже подпадает под действие нового пункта, и нарушитель рискует отправиться в колонию. Статью дополнили минимальной планкой наказания. Если в ДТП с пьяным водителем погибает человек, виновник даже с учетом всех смягчающих обстоятельств сядет не меньше, чем на 2 года. Еще одно нововведение в законе – Европротокол. Самостоятельное оформление аварии, если нет пострадавших, а ущерб в пределах 50 тысяч. Участники должны сфотографировать место происшествия, заполнить бланки страховой и разъехаться. При этом освободить проезжую часть водители должны как можно скорее, иначе штраф.